Протягиваем выпуск. У Полесским радиоцинно-экологичным заповеднику установят вышку с необходимым для раннего выявления узгорания обсталяванием. Это один из выников проекта «Мониторинг прогнозования и тушения пожаров у природных экосистемах на приграничных территориях». Тему супрацовництва Украины и Беларуси по этим питанні обмерковали на семинары у Гомеле. На территории Полесского радиоцинно-экологичного заповедника 3-4 года тому прошли пожары. За несприяльного радиоцинного фону они вельми небеспечные. Мало того, доведаться об тем, что начался пожар, усислые термины не отрымливалось. Зараз проблему почнут вырашать. Это станет махчимым дякуючи уделу Гомельской области у проекте по программе территориального супрацовництва краин усходнего партнерства Беларусь-Украина. И он излучил три организации, связанные одним приоритетным накерунком дела. Организация безопасности у сферы обороны населения от надзвичайных ситуаций на приграничных территориях. Разом зараз працюют Гомельское областное управление МНС, Головное управление Державной службы Украины по надзвичайных ситуациях у Киевской области и Полесский державный радиационно-экологичный заповедник. С реализацией этого проекта мы, во-первых, получаем то, что мы можем определить быстрее, где место возгорания происходит, как на нашей территории, так и на территории Белорусской республики. Получаем в некоторых ситуациях новую технику, которая может добраться к местам загорания быстрее. Решаются вопросы о пересечении границы на территории зоны отчуждения территории Республики Беларусь, потому что до этого момента этот вопрос не решался. У нас территория пересечения границы была, находилась это или в Черниговской области, или в Житомирской области. А у красовику снова же в межах проекта на территории заповедника пройдут суместные учения. Украинские и белорусские выратовальники, усяго свыше 80 человек, отпрацуют системы выявления и тушения пожаров у природных экосистемах. Эти территории не заселены, они находятся в зоне отселения, и, соответственно, процесс обнаружения занимает большое количество времени. Данная же система предусматривает автоматическое обнаружение этого пожара и передачу информации непосредственно на пункты управления. На реализацию проекта трем названным структурам Евросоюз выделил 275 тысяч евро. 70 тысяч потратить на вышку и оснащение. Она будет стоять у заповеднику и в автоматичном режиме контролировать территорию в радиусе 15 километров. При изъявлении дыму информация одразу поступит до выратовальников. Еще частку сродков накируют на закупку модулей для полевого лагеря выратовальников. Столько же закупят и украинцы. Каждый из них будет различены на 20-30 человек. Не выключено, что по выниках реализации проекта Евросоюз примет решение об распроцовке новых программ, как протягнуть оснащение трансграничных территорий, необходимым для выявления пожаров обсталяванием. Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».